субботу в Самарской области ясно и малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 20-26 градусов тепла, ночью 15-17 выше 0. В Сызрани ясное небо, сухо. Днем плюс 24 градуса, ночью плюс 17. Южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 17 градусов. Ветер южного направления 3 метра в секунду. В Самаре ясно, без осадков. В дневное время плюс 24, ночью 16 градусов выше 0. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.